Плодовые кустарники могут жить на одном месте без пересадки 25 лет. Чтобы они ежегодно давали богатый урожай и хорошо зимовали, им требуется осенняя подрезка. Для этого убирают все старые ветки, которые обычно на вид имеют черный цвет, которые имеют маленький годовой прирост, а именно на нем формируется новый урожай. Вот такие ветки нужно удалять. И нужно запомнить хорошее правило. Для взрослого куста количество плодоносящих крупных ветвей должно быть не более 10-12 штук. Для молодых кустов это может быть несколько больше. Если вы обрезаете молодые кусты, то у них необходимо удалять также все неразвитые побеги, травянистые побеги, которые не одревеснели. Они не перезимуют, и на это будут затрачены у растений силы, которые им понадобятся зимой для перезимовки. Если удаляются старые побеги, то их вырезают как можно ближе к земле. Если производится формирующая обрезка, то есть удаляются побеги, которые мешают, которые наклонены к земле или просто затеняют другие, их обрезают до места разветвления. Работа актуальна для смородины, крыжовника и сливы. Вместе с обрезкой можно провести еще одну работу – прищипнуть верхушки веток. В них зимуют болезни и вредители. После обрезки в осеннее время, как правило, проводят подкормки растений полными минеральными удобрениями. Желательно, чтобы калия и фосфора в этом отношении было больше. Азот здесь уже практически не нужен. Пренебрегать этой работой не стоит, утверждают специалисты. В течение вегетационного периода кустарники сильно загущаются. Если не производить обрезку осенью, то урожая на следующий год будет меньше, а сами ягоды гораздо мельче.